Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам нашего города. Начать выходные можно в Саровском драматическом театре, тем более там стартует новая постановка по пьесе Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». 30 и 31 марта состоятся премьерные показы, и начало в 18 часов. В театр «Кукол Кузнечик» 30 и 31 марта пройдет сказка «Честное слово», начало спектакля в 11 утра и в 4 вечера. 30 марта в субботу в Центре культуры и досуга Федерального ядерного центра пройдет отчетный концерт солистов и ансамбля русской песни «Забава». Начало концерта в 17 часов. Каждую неделю любители салонных игр на несколько часов делятся на две противоборствующие команды – мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль, кто кого быстрее обезвредит. Умеете держать себя в руках и читать собеседника как открытую книгу? Считаете себя мастером интриги и гуру убеждения? Тогда в субботу в 7 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. 30 и 31 марта в парке культуры и отдыха имени Зернова при хороших погодных условиях с 11 до 15 часов можно будет покатать детей на пони. Приятно провести время можно и в кинотеатре. Кто из нас не помнит потрясающий мультфильм про слоненка Дамбо? Отличная новость! В прокат выходит фильм про ушастого слоненка, который умеет летать. Удастся ли создателям фильма переплюнуть успех мультипликационной классики, узнаете, если отправитесь на этот фильм со своим ребенком. Новые анимации для детей «Королевские корги». Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский корги. Новая комедия российского производства «Трезвый водитель». Молодой, наивный провинциал Артем приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь. Но для начала вынужден помогать ему в нелегком ночном труде – трезвого водителя. В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артем по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня событий прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением!